сейчас будем записывать приглашение. Все, поехали, 3, 2, 1. Всем привет, чуваки, меня зовут Майк, вы смотрите ежедневные влоги Хэмвизмен. Сегодня у нас среда, по-моему, да, среда, и я уже поработал, Алиска приехала, я сейчас пойду к ней, мы будем запихивать то самое одеяло для двигателя под капот, а позже я поеду на репетицию группы Checkout, потому что в субботу у нас выступление 15 ноября в 19:00 в рок-клубе Лермонтова 63, вход свободный, приходите все. Ограничений по возрасту, по-моему, нету. А это, кстати, мой инвентарь. Да, гитара в чехле и примочечки. Всего лишь две, а не там. Я хочу купить какой-нибудь типа делея или реверба. Ну а сейчас, короче, мне осталось только одеться и пойти помочь Алиске укутать в одеяло движок. Самая главная ошибка оператора — это перепутать, когда ты снимаешь и когда не снимаешь. Нажимаешь, думаешь, снимаешь, а на самом деле... А сколько ты сейчас минут снимал? Минута 47 было. А, ну как, короче, как у Мишана в кармане лежала, а я начала тут разговаривать, думала, нажала на кнопку, а я наоборот, получается, что, прекратила? Да. Снимать. Короче, мы решили автодело положить. Оно большое. Оно большое, да. Оно даже большое для машины моего брата, потому что брат купил абсолютно такое же автодело. Но у него капот сюда. Он как псирета такой же, он как бы к нам ближе. Короче, знает, как его запихнуть. Мы почти вдвое его сворачиваем. Ну, мы еще не знаем, закроется у нас или нет. У Данина она вообще не закрывалась. Знаешь, она у нас тоже не закроется, я тебе говорю. Смотри, прикол. Можно ли вообще настолько плотно? Да я вот не знаю. Я не знаю. Не, ну я думаю, что можно, оно же не горючее. Мы помыли машину, она вся грязная. Нет, не надо! Господи, ну что за... Милота. Все, друзья, пришло время мне валить на репетицию. Я добыл медиатор из гитары. Мне нужен просто запасной. Он там, я знаю, он был в деке. То есть упал. Я его сейчас вытряхивал очень долго. Да, вот. Бегемотик отдыхает, спит. Алиска будет смотреть что? Вечность. Вечность. Пятая серия, по-моему. И грим. А я одеваю кеды. Или уги твои одеть, не знаю даже. Все, короче, увидимся с вами в тачке. Сейчас, наверное, позвоню Пашке, может быть, его по пути заберу. Может, он учится. А, может Некоторые быть. Некоторые люди учатся, Миша. Позвонил я Паше, он оказался дома, и сейчас я его подберу. Заберу его с перекрестка, короче, перед метромостом. Он там просто недалеко живет, он уже, в принципе, должен сейчас одеваться и идти, потому что я смотрю, пробок нет, и я уже буду скоро на месте, а там припарковаться особо негде, поэтому мне будет удобнее прижаться, он прыгнет, и мы поедем дальше. Пытался дозвониться до Тёмы, чтобы подобрать его, но чего-то он меня сбросил. Я не знаю, пусть потом, короче, не жалуется, что мы его не забрали на машине, ему пришлось ехать на троллейбусе или трамвае, или автобусе, там, на маршрутке, пешком пошел. Погромче! Сделайте погромче, кто хочет. Кого-то просто бесит. Чуваки, мы на репе, нареповываем, на репу. И скоро будет все круто. Парни хотят вам что-то сказать. Ага, и теперь Паша. Вот все. Вот он многословный очень человек вообще. Приглашение. Все, поехали. 3, 2, 1.
440 всегда нужно. 440. Walking Dead, поехали. Все, друзья, мы нарепали материал. Ну, как бы с учетом того, что мы не репетировали уже добрые, наверное, полгода, да, это было круто. По крайней мере, мы дико взбодрились. Даже вот, Паша, смотри, сейчас проверю, взбодрился он или нет. Ты взбодрился? Взбодрился. Взбодрился. Ну, Мишка, давай начинай. Да мы в Doom играем. Все, довез всех пацанов по домам. И еду сам уже домой. Как-то так странно, я не знаю, мы как будто с репетиции немножко пораньше вышли, потому что сейчас 8:37, 8 у нас закончится, должна была только репетиция. А я уже подъезжаю практически к дому, и это не может не радовать. Господи, в снег заехал какой-то. Вот, нарепали нормально, действительно, вроде как прям в форме оказались мы. Я думаю, что теперь еще каждый дома у себя еще добьет все это дело. И в субботу мы устроим четкое-причеткое выступление. Так что, ребят, не пропустите. Все, кто из Омска, 15 ноября в эту субботу в 19:00 рок-клуб. Бесплатный вход вообще. Бесплатный вход — это очень круто. Раньше были платные входы, теперь бесплатные. Мы покушали салат. Алиска приготовила к приходу салатик. Мы его захавали, начали смотреть... «Ходячих мертвецов», я забыл, как называется сериал, «Ходячие мертвецы», и, в общем... Какой-то дурацкий. Ну, такое, да, не очень какая-то серия, походу, не очень движушная, потому что прошлое было про город, было круто. Помнишь? Мне не нравится, когда в одном и том же месте. Как-то в одном и том же месте. Даже про девчонку было. Ну, а, то, что все в одних декорациях, да, было. Да, серия про одного персонажа. Ну, не знаю, мне кажется, прикольно, они раскрывают персонажей зато. Короче, чуваки, мы сейчас будем пить чай, досматривать Walking Dead и ложиться спать. Завтра ведь рабочий день и всякое такое. А я уже поспала 2 часа. Да, пока, как раз в эти 2 часа, когда мы репетировали, наверное, ты спала с 6 до 8. Да. Я даже будильник поставила. Не ставила бы, спала бы вообще, я бы тебя разбудил, пришел. Я бы тебя разбудил, хотя не стал. Короче, чуваки, голос слышите, да, какой после репетиции? Я надеюсь, я не заболею, если заболею, это будет вообще очень не круто. Вот, сейчас поэтому горяченький чай попьем, и все пройдет. Не могу не воспользоваться моментом и еще раз напомнить вам про 15 ноября, рок-клуб, 19:00, свободный вход, чекаут и группа The Storm. Будем в двояка рубить там настоящий трушный рок. Все, друзья, увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, вступайте в паблик, Инстаграм, Твиттер. Всем отличного настроения. Покеда! Ask us some beaches.